Российская бюрократия не пускает американца на родину даже после его смерти. Речь идет о прахе знаменитого путешественника Рона Макгрегити, которого в Иваново сбил пьяный водитель «Газели». Это произошло еще в июле, и до сих пор останки погибшего американца так и не обрели покоя. Причиной называют формальности в почтовых документах. Авария, в которой погиб 61-летний житель Бостона, произошла на дороге Кострома-Иваново. Пьяный водитель съехал на обочину и сбил путешественника, который ехал на велосипеде. Рон Макгрегити объехал уже более 60 стран вот до этого прискорбного случая. В июне он приехал в Калининград и планировал добраться до Санкт-Петербурга, затем посетить города Золотого кольца и заехать в Москву.